В Великобритании началась трехдневная забастовка врачей. Они пикетируют здание двух больниц в Лондоне. Цель – добиться повышения заработных плат. По словам медработников, за час они получают меньше, чем бариста в кофейне. Демонстрация стала последней с участием сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании. Она последовала за недовольствами медсестер и парамедиков. Ранее Министерство здравоохранения на переговоры по оплате труда пригласили представителей бастующих профсоюзов. Более масштабные протесты страны. Страну ждут в среду. Сотни тысяч работников государственного сектора планируют выйти на улицы.